Готовим пиццу из цельнозерновой муки. На оливковом масле обжариваем чеснок. Далее обжариваем шампиньоны до полной готовности. Выкладываем шпинат, соль по вкусу. Еще немного обжариваем. Начинка готова. Для теста берем воду, дрожжи, сахар. Далее кладем муку и оливковое масло. Готовим тесто. Готовое тесто накрываем пищевой пленкой и держим в тепле 1 час. Тесто немного поднялось. Тонко его раскатываем. Делаем бортики. Выкладываем на пергаментную бумагу. Смазываем томатным соусом. Кладем начинку из грибов. Сверху моцареллу. Выпекаем 15 минут. Пицца готова. Всем приятного аппетита. С вами была Дания.